На встрече присутствовали первый заместитель акима области Рахат Сыдыков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуржан Аккол, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан Иманалин, руководитель департамента экологии Жаксагали Манкулов, разработчики проекта, а также представители ТО «Ахтубе Водпроект». Данный вопрос остается актуальным с 2004 года. В 2010-2012 годах была проведена реконструкция гидротехнических сооружений озера Шалкар на сумму 204 миллиона 300 тысяч тенге. В 2018 году разработана технико-экономическое обоснование очистка дна озера Шалкар в Шалкарском районе Актюбинской области. Стоимость реализации проекта составляет 3 миллиарда 149 миллионов 900 тысяч тенге. Нуржан Аккол отметил, что озеро важно не только для области, но и для Аральска, выразив надежду на то, что реализация проекта по расчистке дна озера Шалкар будет осуществляться на республиканском уровне. Представитель ТО «Ахтубе-Водпроект», главный инженер проекта Аскар Жалгазбаев, ознакомил участников встречи с техническими решениями проекта. Жители города Шалкар озвучили ряд предложений по реализации проекта. Глава региона Ондас Нурзалин поручил оперативно решить проблемы озера Шалкар, в связи с чем принимаются все необходимые меры. Предложения жителей района будут изучены. Также планируется рассмотреть вариант механической очистки дна озера. Проект будет реализован, возможно, короткие сроки. Рахат Сыдыков поручил проектировщикам предусмотреть фильтрацию, чтобы не допустить утечки рыбы. Главному экологу области Жаксагали Манкулову поручено взять на контроль установку пылеулавливающих установок на заводах в селе Бершигур. По итогам разрабатываемого рабочего проекта в феврале 2020 года пройдут общественные слушания. Гульдана Халенкозе, Владимир Федотов, Адай Дусенбаев, телеканал «Актобе».